Реки, моря, океаны, леса и поля, горы могучие, снеги и ветры лихие. Это бескрайняя, это родная земля. Это наш край, наш рай, это Россия. Дорогие друзья, дорогие лизовчане, дорогие камчатцы, сегодня прекрасный, не просто погожий солнечный день, а вот такое огромное жизненное пространство, которое заполнено результатами щедрости души и большого труда. Я помню, когда мы начинали такую ежегодную традицию и создавали ярмарку, это было совсем другое пространство. Сегодня, безусловно, это большой-большой праздник. Это большой праздник и земледелия, это большой праздник наших уважаемых и дорогих производителей нашей региональной продукции. Мы видим, какие прекрасные цветы, какие прекрасные урожаи сегодня дает наша щедрая камчатская земля. Позвольте от всего сердца поздравить и сказать о том, что, безусловно, у нашей Камчатки есть не просто интересные и большие жизненные планы и перспективы, а сегодня приоритет развития Камчатки и Дальнего Востока – это большая, серьезная и государственная, и региональная программа. Мы сейчас, когда шли по ярмарке, говорили о том, что вопросы газификации, которые актуальны для Елизовского района, и я задала вопрос, поскольку было обращение по улице Лесной в Пионерском, по вопросу газификации. Могу сказать с полной уверенностью, что не только этот вопрос, а все другие вопросы, которые помогают жить и помогают создавать уютную, комфортную, доброжелательную атмосферу, буду, безусловно, решать для того, чтобы праздники были не только в один день или одну неделю нашей щедрой камчатской осени, а чтобы они давали возможность уюта и тепла в каждом доме. От всего сердца желаю сегодня приятных встреч, дружеских улыбок, отличного настроения, здоровья, конечно же, обязательно. И пусть все планы, которые сегодня есть в жизни каждого человека, они реализуются через доброжелательность, успех, любовь, взаимопонимание и дружбу. С праздником! С днем красивой елизовской и камчатской осени, которая знаменована результатами прекрасного, огромного труда каждого из вас, каждого из нас, жителей Камчатки. С праздником, дорогие елизовчане! Любовь и слава, небес простор, орел двуглавый и триколор, великой жизни в метрах стихий, миссии шаг. На самой лучшей из всех планет, народ могучий и президент, моя отчизна, моя Россия, моя душа. Очень приятно и радостно, что действительно она людям нравится. Люди едут сюда с радостью и с воодушевлением. Предпринимателям она тоже нравится, фермерам нравится. И главное, чтобы еще понравилось покупателям. Мы делаем все, чтобы вам было удобно и комфортно в нашем Елизовском районе. Мы вас рады видеть каждый раз, каждый год. И приезжайте, и на следующий год заранее вас приглашаем. Спасибо всем, кто пришли на нашу ярмарку, и фермерам, и предпринимателям, и покупателям. Россия!